Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова, участница проекта Whole World с 2013 года. У многих стоит проблема, как приглашать людей в проект. Вот никакой проблемы я вообще не вижу и даже в 2013 году тоже не видела. Расскажу сейчас вам два варианта самых таких основных. Ну и остальное расскажу вкратце. Первое. Дайте свою реферальную ссылку, если человек вас спросит об этом. Ну, не просто ссылку киньте, а скажи, зайди на главную сайт и посмотри вот эту презентацию. Вот именно эта презентация сводит с ума миллионы людей по всему миру. Презентация у нас на нескольких языках. И в 2013 году эта презентация тоже мне не дала спать. Я думала, неужели так все работает, как рассказывается здесь в презентации. А оказывается, на самом деле все так и есть. Поэтому рекомендую к просмотру вот эту презентацию. Есть еще вторая презентация. Вот здесь, если на примере пригласить 5 человек, здесь с актером презентация на примере пригласить 3 человек. Кому-то зашла вот эта презентация. Мне нравится вот это. И второе, приглашайте на вебинар своих друзей, подписчиков, партнеров. Сегодня у нас тоже 22 апреля в 19 часов обучающий вебинар Whole World. После просмотра вебинара очень многие активируют свои кабинеты и оказывают финансовую помощь. У нас чередуются. Александр Комиссаров проводит презентация проекта. Сегодня у нас будет регистрация и работа с личным кабинетом. Потом он рассказывал, как работать с возражениями. Тоже очень такая серьезная тема. Ну, за 9 лет работы нам уже некому и нечего доказывать, что проект процветает и будет работать еще долго. Поэтому приглашайте на вебинары, показывайте презентацию. Ну и, конечно же, сторисы, канал YouTube, социальные сети, посты, фотографии никто не отменял. Всем пока!